Далее о спорте. Более чем достойно представили Ульяновскую область воспитанники православного клуба единоборств «Пересвет» при Жадовском монастыре на открытом чемпионате и первенстве Мордовии по ММА. 13 жителей Барышского района Ульяновской области привезли из Саранска 11 медалей, 7 из которых золотой пробы. Подробности в нашем материале из Мордовии. В самом сердце Саранска, в спорткомплексе «Мордовия», в эти выходные в восьмой раз решалась судьба открытых чемпионата и первенства республики по ММА. Мордовия, Чувашия, Пензенская, Ульяновской области привезли сюда больше сотни лучших бойцов Поволжья. Жеребьевка, построение и в бой. Смешение разных стилей, так скажем, разных тренерских идей в голове, да, все это только идет на пользу. Из этого люди извлекают какие-то уроки, как тренеры, так и сами спортсмены. С удовольствием откликнулись, и мы всегда рады, как говорится, таким приглашением и поучаствовать в соревнованиях по ММА. Тем более такие возраста от 12-13 и старше. В турнире принимали участие бойцы от 12 лет и старше. Ульяновский «Пересвет» стал самой молодой командой на этих соревнованиях. Только два монастырских спортсмена были старше 18 лет. Оба они, прекрасно пройдя полуфиналы, стали серебряными призерами в своих категориях. А вот жадовская молодежь разошлась не на шутку. В финале представители 73-го региона щелкали соперников как орешки. Александр Гуськов победил за 13 секунд. Алексей Бузов вначале оглушил соперника мощным ударом в голову, а потом добил его в партере. А финальную схватку Глеба Тулупова пришлось прервать судье. Рефери стало жалко перепуганного соперника монастырского бойца. Результатами я доволен. Ребята показали себя, проявили в боях очень хорошо. И что самое главное, удалось обкатать и попробовать в своих силах новичков. В итоге спортсмены привезли в Ульяновскую область 12 медалей. 7 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую. Однако времени почивать на лаврах у спортсменов нет. Пересветовцам от 16 лет и старше предстоит серьезная подготовка. Уже в конце марта в Казани стартуют чемпионаты и первенства по Волжье. Елена Тимонина, Дмитрий Гурин. Вести Ульяновск из Мордовии.